Давай, поворачивай. Езжай. Годовалая кобылка адская Геста и Рапунцель. Загулялась вчера вот. Решили заездить ее. В каком классе учишься, Антошка? Во втором классе учится мальчик. 25 килограмм весит. Езжай, езжай, давай. Давай в шею. В шею толкай ее. Во, и ногами. Одновременно. Поехал, поехал, поехал по кругу. Научить надо ее. Уже будем работать его. Давай, 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 давай. Рысью, рысью, рысью. Рысью. Поехал, поехал. О, рысью, рысью, рысью. Езжай, езжай, не останавливай, не останавливай. Не держи, не держи. Пусть бежит. Чё, как кобылка-то? Нормально. Нормально? Стой. Ну скажи, а? Любишь лошадей? Да. Тренировать будешь? Да. Где друзья-то твои? Пол улицы собралась вчера, да? Ага. Их нету. Со школы мальчик пришел, сразу ко мне прибежал. Антон. Езжай, езжай по кругу. Что там?